Это мужик какой-то. Take a look at the mirror, and what do you see? Do you see it clearer, or are you deceived in what you believe? 'Cause I'm only human after all. You're only human after all. Don't put the blame on me. Don't put your blame on me. Нет, у нее, конечно, низкий голос. У нее потрясающие низы, но так низкий голос даже не слышала. Это просто вообще какие-то запредельные низкие ноты. I'm only human after all.
blame on me. Don't put the blame on me. Божественно. Медленно ночь пульс усыпляет.
lead inside my engine, lead in alcohol. On the radio depending, I signed the protocol. Hail the audience, the media, people everywhere. In the hours ahead, I'll see your green biosphere. Green biosphere, cast us in there, climbing the stair, way to heaven. Where I breathe, love beneath my window, I see rockets in the sky. I feel satellites in limbo. I breathe oxygen up high. Will see me landing on the moon, raise a banner on the planets. Life grows everywhere in the manner of the mission. Green biosphere, очень green biosphere, cast us in air, climbing the stair, way to heaven. Where beneath my window, bum, bum. I see rockets in the sky. I feel satellites in limbo. I breathe green biosphere, clean biosphere. Cast us in air, climbing the stair, way to in the sky. I feel satellites in limbo. I breathe oxygen up high. Город пуст, и мы идем вниз по улице вдвоем. Забрели с тобой, шутя, мы за стены дождя. В мокрых окнах гаснет свет, только нас давно там нет. Не знаем, что потом, словно связаны дождем. В нашем призрачном замке
красиво сделали очень, да? Песня божественная. Она максимально ушла от себя. Это сложно? Да, да, да. Скрывается, скрывается. Till I'm done finding the answer. One stop before I find a cure for this cancer. То ли мужской тембр, то ли женский, такой, Саш, такой, Саш. To kill before I can feel safe, but I'd rather kill myself than turn into their slave. У Аристоль, он такой резкий, да, 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 а здесь она прям смягчает, если это она. Это очень круто. For something, feel me, touch me, heal me, come take me higher. Сейчас пам, 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 пам. У-ху! I've been watching, I've been waiting in the shadows all my time. I've been searching, I've been living for tomorrow.
Великолепно, браво. Неожиданно как. По
кроется небо. Ух ты! Пылинками звезд, и выгнутся ветви упруга. Тебя я услышу за тысячу верст. И не скрывает сейчас, что это она. Но она очень красиво поет. Традиционно последнее предположение жюри, кто скрывается под этой маской. Народная артистка России Лариса Александровна Дойля! Маску! 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 России. Даже непревзойденная, потрясающая, просто... Привет, ребята. Любимая. Здравствуйте. Здравствуйте. Я вам очень благодарна за те отзывы в мой адрес, которые звучали на протяжении всей программы. Когда мне предложили принять участие, это ответ на вопрос Гарика,
Вот позвонили и сказали, оденьтесь в оленя и 2 месяца топчите здесь на сцене в этом жутком костюме. Я ни секунды не раздумывала. Я приняла решение моментально. Ну, круто. Это вообще очень круто. Потому что я понимала, что здесь у меня очень много будет возможностей для того, чтобы потенциал вытащить из себя. Я себя заново открыла. А для меня это очень важно, как для любого, наверное, артиста, уважающего себя. Я бесконечно счастлива, что приняла участие в этом проекте.